Я думаю, что мы уже с вами встречались с многими из вас два раза и на прошлой, и позапрошлой неделе. И мы знаем, что мы знаем. И как раз эта третья часть посвящена вопросу, который для меня исключительно важен в связи с тем, с чем мы здесь занимаемся. Это вопрос этики. И поэтому я на самом деле уже не скрывал то, что я очень рад данной возможности проводить именно такого рода семинары, какие у нас были и каким и чем мы сегодня завершим. Но хочу сказать, что это не конец. Я уверен, что продолжение будет следовать. Но относительно темной стороны мы обсуждали и вопрос психоанализа, того всего, что мы накопили за жизнь, и к чему мы хотели бы как-то подключиться, и мы видим, как кинематограф нам помогает это делать. Потом мы обсуждали все то, что мы коллективно, наше коллективное неосознанное, то есть все вещи, о которых мы не знаем, что мы их не знаем, и мы рассматривали или через очень интересные примеры рассказов и всемирно известных книг. И третья, мне кажется, часть, она всегда должна быть самой личной. И я хочу сказать, что то, что мы сегодня будем обсуждать, я буду исключительно откровенен, как и всегда. И у меня будет помощник, с которым я вас познакомлю совсем скоро. Я очень рад, что вы здесь, и я очень надеюсь, что наша завершительная часть поставить хорошее многоточие исследованию бессознательного. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели видео, но прежде чем как мы его запускаем, я думаю, что стоит сказать, этот видеоматериал был задуман уже давным-давно мною, и я надеюсь, что это послужит началу нашего обсуждения, в котором, конечно, мы будем вести эту дискуссию, но есть многие вопросы, на которых мы отвечаем ежедневно, работая в рекламе, и нам кажется, что мы себя убеждаем и убеждаем окружающих. Но только когда мы подключаем себя к машине, можем на самом деле узнать, можно ли верить в то, что мы сами себе утверждаем. Вас зовут Гатис? Да. Сегодня четверг? Да. В настоящий момент вы чувствуете себя хорошо? Да. Вы боитесь, что результаты теста будут ошибочными? Нет. Вы завистливый человек? Нет. Верно ли предположение, что в рекламе вы вынуждаете покупать вещи, которые не нужны человеку? Нет. В коллективе считается, что вы справляетесь с работой? Да. Верно ли предположение, что вы делали рекламу вещей, которые наносят вред людям? Нет. Вы часто делаете то, что вредит вашему здоровью? Да. Верно ли предположение, что вы промывали мозги людям рекламой? Нет. Вы помните случай, когда вас публично оскорбили? Да. Верно ли предположение, что вы вовлекали детей в рекламу, нарушая федеральный закон о рекламе? Нет. У вас часто возникает предчувствие возможной беды? Да.
Верно ли предположение, что вы готовы продвигать идею любой ценой? Нет. У вас когда-либо возникало непреодолимое желание насолить кому-либо из вашего окружения? Нет. Вы когда-либо лгали намеренно о преимуществах рекламируемых товаров? Нет. У вас были ситуации, о которых и сейчас вы не хотели бы вспоминать? Да. Вы когда-либо делали социальную рекламу ради личной выгоды? Нет. Вы когда-либо манипулировали людьми во благо рекламодателя? Нет. Вы согласны с тем, что вы умный человек? Да. Верно ли предположение, что вы делаете скрытую рекламу? Нет. Вы совершали поступки, о которых не можете рассказать даже самому близкому человеку? Да. Верно ли предположение, что вам позволено вторгаться в личное пространство людей? Нет. Вы хотя бы раз вели себя трусливо? Нет. Верно ли предположение, что вы ненавидите талантливых коллег? Нет. Бывают случаи, когда вам трудно сдерживать злость и раздражение? Да. Верно ли предположение, что вы любите своих клиентов? Да. В какой-то момент у меня была идея, может быть, поставить коробку и дать возможность любому человеку задать мне вопрос, на который я отвечу во время теста на полиграф. Потом я отказался от этой мысли. Но зато Игорь Кирикчи задал два очень интересных вопроса еще во время самого теста. Первый относительно коллег. И я могу сказать, что никогда себя так не вел и не чувствовал. Как раз наоборот, я очень рад тем, что я вижу, что больше и больше из вас присоединяется сегодня вечером на эту встречу. И продолжая очень искренний разговор о том, что такое, что осознанно или неосознанно происходит в моей голове, и я полагаю, что я могу все-таки символически выражаться относительно всех нас, кто здесь работает в этой отрасли, и особенно в нашем агентстве. Но вы знаете, что очень, как было видно, особенно относительно, готовы ли вы на все ради идеи, и мы хотим быть хорошими людьми и сказать, ну нет, конечно, но при этом... И для тех, кто из вас не знает, есть очень разные эти датчики. И кажется, что самый важный, который на пальцах, да, или который там в некоторых случаях на голове, оказывается, и вы меня простите, но как бы вот именно здесь, оказывается, что те другие щеки как бы краснеют сильнее, чем те, которые, к которым мы привыкли. Вот. И из-за этого, так как очень легко все-таки свой внутренний голос потушить, я решил, что самый интересный разговор, который мог бы быть относительно этики, это с моей совестью. И так как моя совесть побывала, как я считаю, в очень разных местах, где я не желаю никому попасть, я ее запирал, я ее похищал, мне кажется, разное, убивал ее, я так полагаю. Так вот, и выходя на такой разговор, важно, чтобы роль моей совести занимал человек, который однозначно может, скажем так, не только проявить противостояние, ну, как бы, как это лучше сказать, не проявить, а оказать, показать, проявить силу, но и взять верх. И поэтому, когда мы общались с Алексеем Каптеровым, мне казалось, что ну, это как раз человек, с которым я готов выходить на дуэль,
как с моей совестью. И, ну да, я думаю, что лучше Алексея выступить, потому что он может и подготовить людей на выступление, и создать презентацию, или написать слова, которые лучше всего сказать редко кто может. Мне кажется, это прекрасно, что, Алексей, что ты согласился быть моей совестью. И я надеюсь, что у нас сегодня будет интересный и очень такой динамичный разговор. Спасибо тебе, Гатис, за приглашение. Мне хорошо слышно? Здравствуйте, меня зовут Алексей. Я по большей части занимаюсь презентациями. Это 90% моего рабочего времени я провожу в этом. Я работаю как спичрайтер, и я составляю людям структуру, вокруг которых они импровизируют во время презентации со слайдами. И скоро год уже, где-то год назад я опубликовал в Harvard Business Review статью, которая называлась «Возможно ли честный маркетинг?». У меня был такой этический вопрос, и я как-то ответил «да», что возможен. И, возможно, это основная причина, почему я здесь. Потому что мне кажется, что честный маркетинг возможен. Не все в этом так уверены. Я уверен, что половина из вас точно скажет, что нет. И мы видели сейчас по Гатису, что честный маркетинг на 80% возможен, и на 20% нет. И, возможно, мы сделаем что-нибудь сегодня этим разговором для того, чтобы маркетинг стал честнее. Возможно, я попробую. Я очень волнуюсь, как бы не стало хуже, потому что Гатис производит впечатление, по крайней мере, по полиграфу, очень цельного человека, который убежден, что он искренне делает добро. И я боюсь разочаровать ее. Это мой основной страх, с которым я выхожу на этот разговор. Но посмотрим, как пойдет. Я с своей стороны могу сказать, что мы уже один раз с моей совестью встречались. Это было несколько дней назад. И было очень интересно, что первоначально нам было очень сложно найти повод для того, чтобы спорить. Но потом, когда я притих, стало проще. И есть вопросы, которые моя совесть мне задает и задаст и сегодня. И я буду пытаться всячески отвечать на это. Буду отвечать так, как будто я все еще подключен к полиграфу. И если у вас в любой момент есть какие-то вопросы, или если вы не согласны с чем-то, мы с моей совестью, с радостью на них ответим, или по крайней мере, будем пытаться это сделать. Но еще, мне кажется, стоит сказать, что Алексей сегодня не совсем выступает как Алексей, как вы уже поняли, и поэтому некоторые из вопросов, скорее всего, будут уже воплощать мнение сообщества. Что, приступим? Я знаю, что у нас как минимум 5 вопросов есть, с которых обсудить. Буквально вчера есть такая американская социологическая организация Pew Research Center. Все, наверное, слышали про нее. Они проводят регулярные опросы, такой градусник общественного мнения американского. И у них есть вопрос, который они задают ежегодно. Поддерживаете ли вы капитализм или социализм? В Америке они задают такой вопрос. И этот год был первым, когда среди молодых людей социализм победил. Да, первый раз за всю историю этого опроса. У меня звенит микрофон, можно ли что-то с этим сделать, пожалуйста? Ага, спасибо. Первый раз такое случилось, что люди проголосовали за капитализм. Пожилые люди, такие как мы, они, конечно... Мне 40 лет, я родился и вырос в Советском Союзе. И для меня очень печально, что мы теряем капитализм, потому что я помню социализм. Мне там не нравилось. И я подумал в этот момент, что, о, вау, капитализму нужна реклама. А потом я подумал, о, нет, у капитализма и так слишком много рекламы. И, возможно, реклама — это одна из причин, почему люди разочаровываются в капитализме. Потому что, ну, есть вот эти вот общественные представления о рекламе. И, ну, претензия номер один, ты уже отвечал на этот вопрос, но я тебе его задам еще раз. Есть ощущение, что мы спонсируем вот это общество потребления. Есть ощущение, что мы причина того, что планета сейчас там, где она есть, глобальное потепление, бла-бла-бла, дельфины с пакетами на головах, вот это все, что мы производим слишком много, что мы продаем слишком много, и что людям не нужен второй и третий мобильный телефон, людям не нужна четвертая машина. Ну да, понятно, для Америки более актуально, чем для России.
Но для Москвы, мне кажется, такая проблема тоже и уже так есть. Так вот каждый раз со совестью, да? Как бы она никак не останавливается. Я понял. Ты сказал нет. Ты сказал, что не все нормально, меня все устраивает. Можешь как-то раскрыть это? Мне кажется, интересно. Каждый раз, когда кто-то меня спрашивает, чем я занимаюсь, и как только я говорю, что я занимаюсь рекламой, первое, что я ожидаю, что последует такое разочарование, и потом уже такой намек на то, что ты один из тех людей, которые вынуждают меня покупать вещи, которые мне не нужны. И вот я выступал не так часто, не так много, как ты, но каждый раз перед каждой публикой, где я выступал, мне задавали один и тот же вопрос. И было интересно, что я начал это замечать, особенно только тогда, когда я ушел на год из рекламы и начал заниматься и работал в библиотеке. То есть я целый год проработал бесплатно в библиотеке в Риге, был там креативным директором. Ну, странно было думать, почему в библиотеке это нужно. Это было связано с тем, что я занимался открытием нового здания. И вот эта разница между тем, как человек с тобой общается, когда он узнает, что ты работаешь в библиотеке, он радуется, он спрашивает, где, как, почему, любишь ли ты книги, когда он начинает размышлять, когда он последний раз читал эти книги. Вы помните, когда последний раз кто-то говорил, что реклама прекрасна, и перечислил рекламы, которые на него повлияли, или которые ему понравились, или с которыми он хотел бы поделиться, вне нашей отрасли? И знаете, меня это поразило. И я в какой-то момент начал себе задавать этот вопрос. Зачем заниматься рекламой, если каждый раз нужно отбиваться и защищать свою позицию, то, чем я занимаюсь? И интересно, что только в процессе работы в библиотеке я понял, что как раз все те способы и инструменты, которые мы применяем ежедневно для того, чтобы, как ты, моя совесть, строим капитализм, что на самом деле их можно использовать для того, чтобы рекламировать и продвигать ценности. И вот интересно. Гатис, ты используешь их для того, чтобы рекламировать и продвигать ценности? Ну, ценности бывают разные, но я предполагаю, что ты говоришь о чем-то добром. Ну вот интересно, что некоторые посчитают, что я год провел в библиотеке, моя карма очищена, и я сейчас могу заниматься продвижением газировки. С одной стороны, да, это так. Потому что сегодня, как бы сравнивать то, чем я занимался два года назад, или каждый раз, когда я помогал советам для того, чтобы... Когда ты меня спрашиваешь про ценности, ну это как образование, это ценность, да? Или на самом деле любое сообщение, которое помогает людям общаться между собой, или которое напоминает им о том, на что стоит обращать внимание, а на что нет, как бы для меня такого рода коммуникация, она ценная. И вот для меня, отвечая на твой первый вопрос или упрек в том, что мы же продвигаем капитализм, считаю, что есть возможность коммуницировать таким образом, чтобы все те хорошие вещи и инструменты, которые ты применяешь, когда продвигаешь то, чтобы люди приходили на новое здание и читали там книги, что их можно использовать для того, чтобы рассказать в рамках рекламы нечто, что больше, чем просто рассказ о том, что ты хороший, если ты покупаешь что-то, или что ты лучше кого-то, или что это тебе даст нечто, что без чего ты даже жить не можешь. А можешь ли ты привести пример какой-нибудь? Ну, мне кажется, хороший пример, который всегда все призывают, это пример Apple, поэтому мы его не будем здесь обсуждать. Ну, по мне, хороший пример – это три конкретные примеры работы Nike. Вот первый пример – это когда они берут Тайгера Вудса, человека, всем известно, да, Тайгер Вудс, это афроамериканец. Трудно сказать, я бы назвал его афроамериканцем, который занимается гольфом, который хочет поступить и, в принципе, войти в территорию, где только, которая, в принципе, где властвуют белые люди.
И вот Nike говорит, что можно преодолеть различия, расовые различия, и все-таки достигнуть своей цели. Или приведу другой пример. Это когда Nike берет бразильских футболистов из трущоб и показывает, как своим талантом, как с целеустремленностью можно пробиться и достичь самых вершин мира, даже если ты, ну, по факту родился в бедной семье. Гатис, как ты думаешь, какой процент такая реклама занимает в общем объеме рекламы, которая создается сейчас в рекламной отрасли? Я думаю, что очень-очень-очень маленькую, и вот это очень печально. В твоем личном портфолио, как ты думаешь, какой процент такая реклама занимает? Я думаю, что если ее там 5-7%, то это уже... Ты практически святой. То я не святой, но я бы сказал, что добиваться того, чтобы один из пяти дней, которые ты проводишь на работе, делать работу, которая на самом деле имеет смысл, это уже хорошо. Но для некоторых, которые работают в Гугле, для них один день из пяти посвящен для того, чтобы они занимались чем-то, что приведет их к тому, чтобы они нашли какое-то решение. В нашей ситуации, мне кажется, ну, достаточно было бы, если мы один день в неделе, ну, с чистой совестью делали бы работу, которую мы считаем ценной. Это бы уже было, стало бы большим таким шагом вперед. Слушай, а вот еще вопрос. Ты приводил примеры продукции, которая, ну, заведомо неплоха. Я считаю, что то, что делает Apple, заведомо неплохо. И, в общем, то, что Nike делает, ну, тоже заведомо неплохо. Ну, за исключением то, что они делают в Китае, я так полагаю. Я не знаю ничего про то, как это производится. Я думаю, что это вообще как бы не вопрос. Ты открываешь Nike коробку, пользуешься, и как бы Китай — это другой мир. Nike — это гигантская маркетинговая компания. Ну, может быть, да. Неспроста это моя совесть. Как бы я не то, чтобы каждый день думаю о том, что происходит в этом... Я не святой, да. Давай фокусироваться на рекламе все-таки. Что про газировку, что про чипсы, что про сладкое печенье? Здесь на самом деле хороший вопрос, потому что как-то раз меня спрашивали, это было еще в Латвии, сделал я рекламу для сигарет. И, ну, о, сигареты. Да, и как бы какое мое отношение к этому, делал я это? И мой первый ответ был: нет, потому что это незаконно. Ну, потому что в Латвии это нельзя делать. А второе, потому что это против моего, скажем так, против моих ценностей. Например, для меня лично алкоголь — это приемлемо, а табачные изделия — неприемлемо. Для кого-то ставить на Реал Мадрид против, с кем они играют? С Манчестер Сити. Это как бы адекватно, потому что человек сам для себя это решает, а для кого-то будет неприемлемо, потому что, например, у него есть личный опыт с каким-то членом семьи или с другом, который все потерял из-за этого. И мне кажется, самое важное — это не находить как бы хорошее или плохое, но придержаться некому принципу. Если ты принципиально против этого, то ты этим не занимаешься. И ты можешь, например, во время собеседования заявить, что ты этого не делаешь. Это люди должны ценить. Окей, где ты проводишь границу? Я считаю, что граница у каждого своя. Важно, чтобы она как такая вообще была. Потому что одна из причин, почему я могу честно ответить на вопросы полиграфа, почему я выхожу на такой тест, это не только как бы цирк и зрелище. Это то, что я лично верю в то, что я делаю. И я могу верить только тогда, когда я, ну, наметил для себя вот эту черту, эту границу. Смотри, здесь как бы есть две разных честности. Есть этическая честность, это верю ли я, и есть интеллектуальная честность. А какие у меня основания в это верить? Проверяю ли я, ну, там, в 50-е годы мы не знали, что сигареты — это так вредно, хотя мы подозревали. И, возможно, делать рекламу было нормально для сигарет, потому что не было такого ощущения, что, это ужас какой-то. Но уже в 70-е годы, ну, скорее всего, было ощущение, что как бы это не камильфо, не очень. Но было огромное количество людей, которые продолжали делать рекламу для сигарет, и понятно почему. Но есть прекрасный фильм, я согласен, есть прекрасный фильм, вы смотрели «Thank you for smoking»? Yes. Да? Я смотрел этот фильм. Прекрасный фильм, да, который показывает этот определенный уровень цинизма, за счет которого, и здесь, мне кажется, я быстро закончу мысль, здесь, мне кажется, мы заходим на очень важный момент. А момент заключается в том, что когда сталкиваешься с тем, что нечто для тебя является неприемлемым, но при этом, скажем, есть какие-то личные факторы, из-за которых ты не можешь, ну, или считаешь, что ты должен все-таки идти по этому пути. Ну, например, там, ипотека,
Да, и неспроста я всегда говорю, что у меня ипотеки нет. Но как бы это все-таки тоже, это нужно иметь в виду, потому что когда ты отвечаешь за семью или за свои, как это называется? Близких? За близких, и когда у тебя, когда ты просто в долгу перед кем-то, и ты должен это рассматривать. Но это на самом деле никогда не может стать причиной для того, чтобы переходить свои принципы. И тут мы возвращаемся к очень важному моменту, что когда люди понимают, что это настолько неприемлемо, что как бы невообразимо, то в этот момент они для себя решают, что это настолько ненормально, что я приму это за ненормально и буду продолжать работать. Ну вот, Гатис, вот вопрос, откуда ты берешь свои принципы? Сейчас мы знаем, что сигареты — это совсем плохо. И мы начинаем потихоньку догадываться, что чипсы и газировка, в общем, недалеко ушли. Это тоже яд. И люди умирают от этого. В отличие, кстати, помнишь фильм «Thank you for smoking»? Там был аргумент такой, а как же с маслом, которое, значит, забивает людям артерии? Так вот, против масла у нас ничего нет. На самом деле, вот этот аргумент совершенно невалиден. Масло в этом смысле намного безопаснее. Тот холестерин, который мы получаем из еды, не имеет никакого отношения к тому холестерину. Я понимаю, к чему ты приводишь. Можно сказать, что есть определенные категории, на которых никто бы в здравом уме не хотел бы работать. Правильно? Окей, с этим понятно. Но есть пограничные категории. Пример. Так вот, газировка, хорошо. То есть я могу себе представить, что самое простое, что человек, я не люблю их называть потребителями, член сообщества может сказать, что реклама вынуждает его покупать эту газировку, при этом чрезмерно ее употреблять, и поэтому это действует на здоровье человека. Спасибо. И здесь, мне кажется, да, это правда. И здесь, мне кажется, очень хороший вопрос. С одной стороны, если говорить про массу, про всю публику как такую, то можно сказать, что да, если ты относительно умнее и ты знаешь, что это принесет вред этим людям, то ты должен в своей работе это учесть и находить способ, как рассказать о том, что эта газировка стоит того, чтобы ее попробовать, но при этом не делать это таким образом, чтобы возвышать чрезмерное потребление. Как пример, это как с алкоголем. В принципе, тогда можно закрыть продажу алкоголя, потому что есть люди, которые не знают меры. Да? Смотри, я тоже грешен. Я тоже работал на компании, которые всем этим занимаются. И это вопрос ко мне ровно так же, как вопрос к тебе. Мне очень интересно узнать твой ответ. Делаешь ли ты что-нибудь для того, чтобы минимизировать вред? Если ты понимаешь, что это, так себе история, что ты делаешь для того, чтобы... я могу привести пример, что сейчас происходит в Америке с продажами Кока-Колы. Это потрясающе. Они начинают продавать Кока-Колу в все более и более маленьких объемах. Они начинают продавать Кока-Колу в баночках по 0,25. Маржинальность у этой баночки, они зарабатывают на этой баночке больше, чем они зарабатывают на 1,5-литровом баллоне. И это потрясающе. И таким образом ты вроде по деньгам неплохо оказываешься, и в то же время ущерб для здоровья меньше. Можем ли мы в рекламе что-то такое придумать, чтобы минимизировать вред? Если мы понимаем, что люди все равно пьют Кока-Колу, и вот завтра они ее не перестанут пить. Я думаю, что мы не можем за людей придумать решение, которое точно будет на них работать, но мы можем делать все необходимое для того, чтобы они привыкали к тому, что есть реклама, которая им позволяет получать информацию, которая их развлекает, а есть реклама, которая просто их зомбирует. И здесь большая разница. Если я иду в кино, и если я смотрю очередной американский фильм, не самого высокого качества, то я понимаю, что этот фильм со мной делает. То есть я прихожу, отключаю свои мозги, смотрю на это, может быть, мне смешно, я вышел из кино, я забыл про это. Или я могу пойти на, европейское кино или хорошее американское кино, и я понимаю, что оно заставляет меня думать. И вот по какой-то причине мы решили, что когда человек смотрит рекламу, то ответственность с него снимается. То есть когда он смотрит рекламу, которая на него не положительно влияет, то он не должен это осознавать, и мы перекладываем ответственность за это на себя, потому что мы вроде в том числе создаем такую рекламу. А я считаю, что человек, который привыкает к хорошему качественному материалу, не воспринимает и не хочет воспринимать рекламу, которая
не соответствует его стандартам, и как бы, в которых он не видит ценности, которые просто на него, скажем так, оставляет нехорошее, плохое влияние. И вот здесь просто вопрос. Правильно я понимаю, что искусство ответ. Ты говоришь, что давайте делать как бы арт такой, да, и это будет хорошо влиять на людей, и тогда вред от Кока-Колы. Ты приводишь хороший пример. Я не говорю про то, что нужно заниматься художеством. Я говорю про то, что нужно создавать рекламу, вовлекая внимание то, что люди на самом деле достаточно умные, потому что каждый раз, когда клиент мне говорит, наши люди это не поймут, я ему говорю, они читают книги, в том числе и в метро, и везде, и не самые плохие книги. Вот если зайти в книжный магазин, там очень много людей читают разные книги, и они читают, то есть они думают. Если посмотреть на то, какой сложности производятся сериалы, сценарии, которые вынуждают людей как бы думать, да, и они употребляют это. Я не говорю только про те сериалы, которые там мы смотрим как бы в рамках нашего агентства или нашей отрасли. То есть люди на самом деле способны думать. Мы по какой-то причине бросаем на них мусор и считаем, что... И в какой-то момент начинаем себе сами упрекать, что на самом деле мы на них плохо влияем, этим мусором. А можешь ли ты про себя сказать, что ты стараешься делать рекламу, которая заставляет людей думать или которая помогает людей думать? Я очень надеюсь на это. Как минимум, мы сегодня видим, что на тесте, как бы, тест на полиграфии. То, что ты сам в этом убежден, это одно, но так ли это объективно? Так ли это объективно? Когда я вижу, что я этим занимаюсь и делаю это для... Конечно, мне легче это делать для библиотеки, мне легче это делать для музыкальных фестивалей, потому что, скажем так, само восприятие того, чего я делаю, уже более ценное, чем реклама как такая. Но я все еще убежден в том, что когда каждый раз, когда я смотрю на текст или на картинку, я задаю себе вопрос, не понижаю ли я, не унижаю ли я человека, который будет на это смотреть. Можешь ли ты какой-то пример привести, что ты сам делал, какого-то собственного проекта из своего портфолио? Могу сказать, что та же газировка, компания, которую мы сейчас запустили, без рекламы, лишней рекламы, саморекламы этой компании, она основана на правде, в которую я сам лично верю. Мы говорим про то, что жизнь – это момент, и нужно ее ловить. И вот объем газировки, которую мы впихиваем туда, как бы, чтобы не обозначить каждый момент, который с тобой происходит, и что нужно выпивать, потому что, в принципе, если у тебя интересная жизнь, то ты как бы становишься очень и очень большим, да, и как бы можно у тебя на спине Боинг посадить. Вот. Но в то же время я считаю, что таким образом мы делаем рекламу, которая не только говорит о том, что это за продукт, и она продвигает продукт, но она и говорит про определенную ценность. Про ценность того, что у нас есть жизнь, что в жизни стоит преследовать свои страсти, что эти страсти не какие-то вымышленные, как реклама любит это делать, но что на самом деле это страсти, которые мы преследуем, в которых мы сами верим, которые происходят с реальными людьми. То есть, возвращаясь к твоему вопросу, я всегда был сторонник реалистичной рекламы, реальной рекламы. Для меня самая лучшая реклама – это пойти и снять материал скрытой камерой, взаимодействие человека либо с мыслью, с идеей, либо с продуктом. Скрытая камера – самый лучший способ, как показать то, что происходит в реальном мире. И вот в этом плане я считаю, что чем больше, я для себя поставил, что моя миссия – создавать именно такую рекламу. Когда мне в следующий раз кто-то приносит макет, или мы обсуждаем текст, или то, как кто-то что-то говорит, для меня исключительно важно, чтобы я смог в это поверить, чтобы это было реалистично. И кто-то подумает, и полиграф не даст мне соврать, что я это делаю для того, чтобы проникать к людям ближе, то, что называется инсайтом, чтобы впихнуть ему как бы в самый лучший момент то, что там клиент написал, мне нужно ему продать. А ведь это не так. Потому что если я пытаюсь сделать коммуникацию, которая реалистичная, то есть которая показывает реальную жизнь, и я нахожу способ, как показать то применение продукта или услуги, которое мне нужно продвигать в этих реальных обстоятельствах, тогда я считаю, что я свою часть задачи выполнил.
Я понимаю, mm-hmm. что я говорю сейчас о исключительно одной, как бы, ну, одной части или определенного стиля или духа рекламы. Но прежде чем mm-hmm. ты продолжишь, я бы хотел все-таки затронуть еще одну конкретную компанию, о которой все говорили и которая всем известна. Это Always Like a Girl. Это просто, как это называется, закладки? Прокладки. Прокладки. Хорошо. Закладки. Без библиотеки. Грамотал. Хорошо. Ну, чуть-чуть юмора в этом серьезном монологе. Так вот, прокладки, да? Прокладки, Гатис, прокладки. И кажется, и такой обычный, естественный продукт, о котором можно рассказывать по-разному. Человек даже не знает, что он рекламирует. Вот. Это ведь не я рекламирую, я, ну, да. Хорошо, хорошо, принимаю. Совесть с юмором, слава богу. Так вот, возвращаясь, они говорят про ценность, которая очень важна для женщин, когда наступает тот период в их жизни, когда для них это становится очень важно, когда они как бы очень чувствительны к этому и так далее. По крайней мере, у меня как у мужчины как бы это вызывает определенный там, ну, уровень эмпатии. Как бы я это, ну, не то чтобы понимаю, но я в это даже не вовлекаюсь, но я это ценю или как я это уважаю. И вот в этот момент я понимаю, что даже если они продают эти прокладки, то они одновременно делают добро тем, что они затрагивают социальные или для людей важные темы. При этом делают это не для фестивалей, что очень важно в нашей отрасли, но делают это в благо тех людей, в которых они верят. Это, в принципе, то же самое, что говорит про реалистичную рекламу. Я не видел, к сожалению, этой работы, я с трудом понимаю, о чем идет речь. Я тебе очень... Да, я вернусь. Хорошо. Не к Коле, ну, в общем, газировки, ненадолго. Скажи, пожалуйста, вот эта новость про то, что нужно ловить момент, это реально новость? Нет. Или люди знали об этом? Какова ценность того, что ты им еще раз об этом сказал? Это хороший вопрос, потому что я все время всегда считал, что вот мы все здесь, простите за то, что я себе так позволяю говорить, мы здесь все воруем. Мы здесь все воры. Мы на самом деле очень мало чего создаем с нуля. Оригинальности в нашей работе, мне кажется, это, ну, переоценено. Такой, ну, на самом деле это не самая важная черта для того, чтобы заниматься рекламой. И когда ты говоришь про то, что мы воруем у всех. Посмотрите те рекламы, манифесты, которые нам больше всего нравятся, которые на английском языке. Это либо Чарльз Буковский, да, который это уже давно написал и совсем не для рекламы. Да, или и какой-то австрийский философ, да, текст которого я знаю наизусть и который мне очень нравится, конкретно могу привести пример Хеннесси, компания «What's your wild rabbit?», да, и кому интересно, может загуглить и посмотреть. И как бы мы воруем все время. Сказал ли я что-то новое? Нет. Но я в то же время могу сказать, и каждое утро это напоминаю своему лучшему другу, с которым мы общаемся еще, который в Риге живет. Я ему говорю, не забывай про то, что нужно говорить одно и то же все время. На самом деле людям нужно, чтобы им напоминали каждые, не знаю, там каждые два месяца, как минимум, напоминали одно и то же. Потому что если бы мы все схватывали и все сразу применяли бы, то на самом деле, я думаю, во-первых, никто бы не делился секретами. Вот таких книг, как у Ричарда Брэнсона, их бы просто не было бы. А ты берешь эту книгу, прочитал ее там во время пролета или в метро, и думаешь, да, и все. That's it. Ну, посмотрел я этот фильм про Стива Джобса. Один посмотрел, потом другой посмотрел. Сижу такой, думаю, ну да. Потом иду на работу. И думаю, как бы, как мне в рамках моей работы сделать что-то лучше. Я просто к тому, что да, мы у всех воруем. И реклама в том числе ворует. Вопрос только, что воровать. Ну вот скрыл машину, как бы, ты угоняешь машину или ты берешь магнитолу. Или не можешь ее, или вытаскиваешь, она плохая, еще выбиваешь лобовое стекло, ну, чтобы навредить. Мне очень трудно здесь с тобой спорить, потому что я не вижу в этом ничего плохого. Слава богу. Ну, есть весь, вся вот эта вот дискуссия про то, что, значит, как там было, хорошие художники заимствуют, гениальные крадут, да? И какая-то еще была цитата, что секрет креативности заключается в том, чтобы хорошо прятать свои источники. Но я не говорю про художников, я говорю про то, что мы воруем у реальной жизни.
Вот мой, мне очень нравится принцип mm-hmm. того же Алекса Багаски, у которого, конечно, черная совесть, я думаю, он на полиграфе не прошел бы. Бывший партнер Криспин Портер Багаски, те, кто ну, как бы интересовались отраслью в Америке, знают. Это люди, которые, это люди, которые делали мини все, весь запуск в США, у них есть социальные хорошие компании, ну, много-много разных работ. Это Burger King, кстати, вот интересный, да, этический вопрос. Удали 10 друзей и получи купон для того, чтобы получить бургер. Вот неоднозначная компания на самом деле. Кто-то скажет, что это ну, вредно, потому что как бы, ты выбираешь бургер перед друзьями. А с другой стороны, вот где грань? Потому что это очень честный инсайт. У меня в Фейсбуке вот столько много фейковых таких условных друзей, которые мне пишут про то, что они начали играть в Candy Crush, например. Вот как бы вот очень интересно. Я бы их поменял на ломтик сыра вот в любой день. И здесь мы возвращаемся к Алексу Багаски, который говорит: приносите мне пресс-релиз, а не приносите мне скрипт. Почему? Потому что он считает, что нужно делать и обязательно делать такую рекламу, которая выделяется среди новостей. А это для меня что значит? Что нужно делать вещи, которые значимы для людей достаточно, чтобы стать новостью. И новостью не в плане того, что мы взяли 500 тысяч банок Пепси и построили огромный шар. Это не новость, это в лучшем случае попадет на Адвик или в состав. А новость — это когда ты делаешь нечто, что имеет смысл для людей. А то, что ты заодно продаешь как бы одновременно и таким образом заплатил за то, что ты как бы это передал. Это то же самое Криспин Портер, прости, я сейчас дам тебе слово. Они говорят, реклама — это как мегафон, это как рупор. Огромный рупор. И вот зависимо от того, что ты в него говоришь, ты влияешь на поп-культуру. Ты с одной стороны у нее крадешь, потому что берешь лучшие все песни, образы из фильмов. Мы это уже обсуждали в предыдущих дискуссиях. А с другой стороны, ты ее создаешь. Я читал твое интервью перед тем, как сюда идти. У меня кусок здесь, который я как раз собрался тебе предъявить, а ты сам об этом заговорил. Ты сказал, что для меня реклама — это важная часть поп-культуры. Мы постоянно используем, ну то есть крадем, да, в своей работе приемы из кино, литературы, художественного искусства для того, чтобы убедить людей изменить свое восприятие окружающего мира. И я-то думал наивный, что изменить — это значит, что вот было так, стало сяк. Ну вот, мне очень нравится, может быть, вы видели, была такая удав Campaign for Real Beauty, кампания за настоящую красоту, где они показывали не безупречные внешности девушек и говорили, что вот на самом деле настоящая красота, потому что это подлинность такая была. Так. Я думал, что вот, значит, что такое изменение. А ты говоришь, нет, изменение — это когда мы просто долбим людей, значит, в одну точку много раз, ничего, ну, не разворачивая. И окей, ну, кстати, я готов с этим согласиться. Я понимаю, что действительно есть такие люди, которым просто нужно сказать 10 раз. Но здесь вот возникает следующая претензия к рекламе. Задалбывает? Согласен. Два момента. Первое, что мне кажется, нужно все-таки разделить то, что ты занимаешься... Ты напоминаешь о ценности, которые важны, ну, важные в жизни, угу. И о них стоит долбить. Ну ты понимаешь, да, что тебя не просили о них напоминать? Да, это правда. И вот тут наступает следующий момент. Чем реклама отличается, или ну, как бы до недавних пор отличалась от другого вида потребления контента? Потому что реклама, как бы, она насильно была на нас навязана. Ну, по крайней мере, люди так любят говорить. Да? Это как часть того, что ну, я вынужден это смотреть. Да? Сейчас уже не вынужден, потому что есть способы, как это обойти. Там можно лично платить за контент, да, и не смотреть эту рекламу. Не знаю, вот сколько из вас заплатили за то, чтобы не смотреть рекламу? Когда-либо в жизни один человек. На полиграф. А скажите, у кого стоит баннерорезка? Мне просто интересно в браузере. О, не так много. Вау. Угу. Вот. Хорошо, еще один вопрос. Сколько из вас ругались откровенно или при себе в тот момент, когда вы хотите посмотреть тот ролик как референс на YouTube, а до этого нужно посмотреть другой ролик? Вот.
Прости, но вот я тебя позову в следующий раз, когда это происходит. Там, ну, очень странное проявление толерантности. То есть мы на самом деле сами это ненавидим. Но при этом не обязательно готовы платить за то, чтобы мы этого не видели. И вот интересно, вот что... Тут вопрос, почему я должен за это платить? И вот здесь для меня... сперва отвечая на твой предыдущий вопрос про то, что надоедает, когда все время долбят, да? Да, правильно. Да, спасибо. Хорошо. То это как раз та причина, по которой мы должны каждый раз придумывать новые способы для того, чтобы проникать к людям. И здесь мы можем, я бы хотел коснуться очень важной для меня вещью в рекламе. Вот люди задают вопрос: хорошо, вот, понимая все то плохое, что связано с рекламой, почему ты этим занимаешься? И я задавал этот вопрос для себя неоднократно. И вот тот ответ, к которому я пришел, он звучит вот так. Потому что я считаю, что реклама – одна из очень редких, профессий, в которой ты можешь воспользоваться своим талантом и воображением, чтобы вдохновить людей принимать эмоционального плана решения. И вот потому что мы можем это сделать. Мы можем рассказать историю, мы можем рассмешить, мы можем показать с другой стороны, мы можем переубедить человека поступить не так, как он привык покупать одно и то же самое, что он делает, а как бы вызвать у него интерес сделать что-то другое. На этот раз полететь не в Сочи, не в Турцию, а полететь куда-то в другое место. Выбрать не вот этот шампунь, а выбрать тот другой. Голосовать не за эту партию, в некоторых странах, а за другую. И вот и в этом для меня очень важно, что я этим занимаюсь, и я могу эмоционально на людей повлиять. Вот мы много говорили про влияние. А для того, чтобы это сделать, нужно быть если ты встречаешься с человеком, и ты все время рассказываешь ему одно и то же. У меня есть один очень близкий такой человек, я его искренне люблю, но я знаю, что каждый раз, когда я его встречу, он точно расскажет мне три истории, которых я знаю. И он это делает уже протяжении, предыдущих, мне кажется, 5 лет. Человек не болен, он просто любит рассказывать одно и то же. Вот такого рода рассказы, которые мне напоминают о том, это как фабулы, то есть они имеют свой смысл. Они надоедают. Гатис, мне кажется, что большинство там проектов, в которых ты участвуешь, в которых участвует агентство уровня BBDO, это рынки, которые очень старые, это рынок рынка жвачки, где там есть два больших бренда, и ты просто у тебя две стороны, ты с одной стороны сыпешь рекламу и с другой стороны сыпешь рекламу. Если ты с другой стороны перестаешь сыпать рекламу, все переключаются на этот бренд, потому что лояльность нулевая, скорее всего, потому что никакого внятного отличия между продуктами нету. То есть реклама просто должна быть новая. Хороший провокационный вопрос. Качество креатива там, сильно. Вот в предыдущий раз, и я бы хотел бы к этому вернуться, в предыдущий раз, когда у нас была дискуссия, мы дошли до вопроса про роль архетипов и их применение для брендов. И моим ответом было то, что я всегда смотрел, без искаженного какого-то восприятия мира, что бренд должен, к нему нужно относиться как к человеку. Или, если более грамотно сказать, что бренд должен иметь... И здесь я повторяюсь, не пытаясь долбить, что бренд должен иметь оправдание для того, чтобы существовать в жизни человека. Можешь ли ты про себя сказать, что ты стараешься работать с брендами, у которых есть такое оправдание? Потому что у большей части брендов, мне кажется, такого оправдания нет. Такого оправдания уже нет. Возможно, когда-то было. Может быть, когда-то было. Делаю ли я это на данный момент? Не всегда. Я не отрицаю это. Но суть этого разговора в том, чтобы сказать себе открыто не то, что на самом деле все более-менее в порядке, а даже без полиграфа не врать себе и сказать, что я в каждой ситуации, в каждой рекламе, при каждой задаче на самом деле не просто могу, но несу ответственность за то, чтобы сделать ее более человечной, влияющей не только для такого тупого проявления преимущества продукта, но чтобы рассказать нечто о человеке. Вот
чем отличается один продукт от другого? Он должен отличаться тем, что в восприятии людей, а бренд, как мы знаем, одно из definition, определений, спасибо, это то, что как бы наше общее впечатление о каком-то продукте, услуге или компании, или организации, и мы его создаем. Вот для меня очень важно, чтобы этот бренд или этот образ, наше впечатление было человечным. То есть, чтобы было проявление человечности. Потому что если этой человечности нету, то это полный провал. Например, тот же самый IBM. Очень хороший, по мне, очень хороший пример. Просто очень надоело все время слушать примеры Apple. Вот IBM хороший пример. Вы знаете про Уотсона? Да? Кто знает, что такое IBM Watson? Расскажешь нам? Не совсем, нет. Кто-то еще знает, что такое Watson? Совесть. Расскажи. Ну, это искусственный интеллект от IBM. Это, ну, по сути, на самом деле, это команда людей, ты знаешь, которые сделали Watson. Вот что такое Watson. Watson — это искусственный интеллект, который выиграл в игру Jeopardy. Кто хочет стать миллионером у нас? То есть это искусственный интеллект, который способен отвечать на вопросы, заданные на естественном языке. Ты просто задаешь ему вопрос, как ты обычно задаешь вопрос человеку, и он на него отвечает. И это потрясающе, потому что до этого нужно было, ну, искать. Вот, хочу привести два примера. Один пример — это IBM, который создал в свое время Deep Blue. Угу. Deep Blue — это был компьютер, тоже искусственный интеллект, который играл в шахматы против Каспарова. И вот шахматы, Каспаров — это все, даже если это было задумано как человечно, это было не совсем человечно, да, потому что представить себя в роли Каспарова, который играет против компьютера, ну, как бы сложновато. А когда они сделали другой, следующий заход уже с Уатсоном, то он играет в Jeopardy, потому что в Jeopardy, ну, в принципе, ну, как бы вовлечение твоего понимания и человечность такого выступления более понятна. И почему я привожу этот пример? Потому что если такая компания, как IBM, создает Watson, и Watson'а продвигает таким образом, чтобы рассказать, ну, продвигает, рассказывая о человечной его стороне, это очень важно. Вы скажете, ну вот, ты приводишь один пример. Хорошо, другой пример из той же индустрии, которая развивается намного быстрее рекламы, к сожалению, это IT-сфера, Google. Помните, давным-давно можно было выбрать, поиск или я чувствую себя I'm feeling lucky. I'm feeling lucky. Я чувствую себя счастливым. А это что же другое, это если не проявление человечности? И вот у меня вопрос. В следующий раз, когда мы смотрим на рекламу, мы как люди, которые работают в этой отрасли, рассматриваем ли мы только ту часть, которая проявляет ход мыслей и остроумность того, что, ну, там заложено, или мы все-таки должны посмотреть на то, какую дополнительную человеческую ценность она добавляет. И вот возвращаясь или предугадывая твой вопрос, делаю ли я такую рекламу, я один ее не могу сделать. Я не могу ее один сделать. От кого это еще я могу зависит? Пытаться ее делать, я это делаю каждый день. Но я хочу, чтобы я это разделял и делал вместе со своими коллегами, вместе с другими агентствами, вместе с отраслью как такой. И вот одна из причин, почему я ненавижу фестивали, потому что я считаю, что это такой некий анонизм, который, да, он проявляет, ну, как бы нашу способность, ну, придумать вещи, но верю ли я в то, что нас посмотрели 15 миллионов людей, и мы обозначили, что это проблема? Как бы, хорошо, а вы решили эту проблему? Вы реально решили, нашли применение? Или это остается просто в архивах, и в следующий год уже никто об этом не помнит? И вот для меня очень важно, чтобы было проявление этой человечности, потому что без нее, ну, вообще никакого смысла нету, и люди, ты можешь на них повлиять, и они могут купить этот стиральный порошок. Но как ты себя чувствуешь, когда ты очередной раз делаешь ролик, где показываешь, как молекулы борются с грязью? Гатс, ну, очень здорово и очень круто, что ты к этому призываешь, и я очень рад это слышать от тебя. И дальше вопрос, какой процент такой рекламы в общем объеме рекламы? А вот я боюсь, что он небольшой. Ну вот, приведу пример стирального порошка. Вы помните, был недавно кейс, кажется, это был Tide, про который сказал, или Persil.
Да, никто не помнит про то, что... Хорошо, сейчас расскажу. Мысль такая. Порошок, в принципе, для того, чтобы стирать одежду. А стирать одежду, например, детей, которые запачкали ее, потому что они играли во дворе. И вот компания... Я понимаю, куда ты идешь. Да, и вот компания. И компания говорит так. Потому что родителям, у родителей сложно, как бы это, геморрой это грубое слово, да? Ну, уже ты уже сказал. Хорошо. Ну вот, у родителей геморрой заниматься вот этой грязной одеждой, правильно? Вот, и компании, и агентства, и некие рекламщики выходят с мыслью, они говорят, вот родители, забудьте про то, что у вас эти проблемы, сложности с грязным бельем, потому что есть такой порошок. Но учтите, что еще важнее сам факт того, что когда вы не разрешаете детям выходить на улицу, они на самом деле лишаются возможности там, определенного развития. И для того, чтобы сделать некое привлечение, они находят статистику, что заключенный в Америке сидит в тюрьме, но при этом как минимум 2 часа он обязан выходить на улицу. То есть, ну, как бы заниматься чем-то под солнцем. Ну, чем они там в фильмах, как мы видели, да, занимаются. Вот. А дети этого не делают. И призыв со стороны бренда. Они говорят, ну, родители, являетесь ли вы еще более строгими, чем те, как это называется, охранники, да, которые выпускают тюремщиков на 2 часа, как бы поиграть на улице. И вот и я думаю, вот в следующий раз, когда я сажусь возле этого белого листа, у меня есть 2 выбора. Я могу выбрать то, что я сделаю, то, что от меня ожидается, или я скажу, что это не та битва, за которую я буду бороться, и тогда я ставлю себя перед более важным вопросом, зачем я это делаю. А если ответом являются деньги, то все, как бы, I'm done. Ну, у меня поставлены все баннеролески, которые можно. Я в ванной этикетки от шампуней отрываю, потому что они явно для магазина сделаны, а не для ванной. Они мне ванную портят. И есть один раз в году, когда я смотрю рекламу. Это реклама, которая идет с суперкубком. Вы, наверное, знаете, да? Mm-hmm. И я смотрю все ролики, которые там показывают, отдельно от суперкубка. Суперкубок я тоже смотрю, но не прерываю рекламой, чтобы не портить впечатление от игры. И... Примерно половину. Или наоборот, этой... прости, или не портить впечатление рекламы. Или наоборот, да. С игрой. Супер... Да, люди начинают в какой-то момент жаловаться, что реклама стала интереснее, чем игра, особенно в этом году. Половину этой рекламы невозможно смотреть вообще. Примерно America. Четверть, да, примерно четверть рекламы – это как раз та реклама, о которой ты говоришь. Это самая дорогая реклама в мире. Там минута времени стоит миллионы долларов. Люди даже там не могут это сделать. Что же говорить про... какой-то массовый рынок. Ну, мне приятно, хорошо, что ты это хорошо, говоришь. Хороший комментарий. Вот мой ответ такой. Можно принять то, что мы занимаемся злом. Да? Так говорят? Да, можно. Do evil deeds. Угу. Это так. Мы воруем, мы обманываем. Я могу себя назвать притворцем, я могу назвать себя изменщиком и так далее. Да, как бы в рамках того, что я делаю, ко мне это можно все применить. Но вот моя мысль такая, что если я занимаюсь рекламой, то уже занимаюсь, то лучшее, что я могу сделать во благо рекламы, и сделать ее менее плохой. И вот когда я смотрю на Супербол, я понимаю, что там есть рекламы, которые хорошие, есть рекламы, которые плохие. И вот возвращаясь к тому, что есть, не знаю, не нужно быть там подписчиком у Дарвина, да, чтобы сказать, что самые сильные, как бы самые лучшие должны выжить. И вот вопрос, это к нам вопрос, если к нам как к сообществу, если мы будем выбирать и скажем, что самые сильные, те, которые нам больше всего не нравятся, то они станут только сильнее, и вот этих хороших станет все меньше и меньше. А нам самим, вот и сейчас я говорю про рекламную отрасль, очень важно говорить не то, что я сейчас буду делать всю рекламу хорошей. Это невозможно, да, потому что мы делаем зло. Но можно делать меньше ущерб. Я могу из этих 5 реклам, которые я делаю плохих, ну, в целом сотворяю, ну, как бы зло, сделать хотя бы одну, которую дьявол не заметит. Когда она выйдет как бы в мир,
а она превратится в ангела. И вот в это я верю, потому что, конечно, нельзя быть категоричным и сказать, вот сейчас будем менять, и вся реклама станет другой. Нет, она не станет. Но у каждого из нас на самом деле есть выбор. Это как ты можешь выбирать, играть за лузеров или за тех, в кого ты веришь. Зачем как бы все время быть среди лузеров? И вот мысль, которая у меня была, и которая, мне кажется, лишний раз говорит то, что я вот заражен рекламой до костей. Есть такая цитата, что не важно, сколько ты выиграл, и не важно, сколько ты проиграл, важнее, чтобы выиграл больше, чем проиграл. Вот кто это сказал? Сникерс! Это Сникерс сказал. Окей. И они вот это украли, или, как обычно? Или? Скорее всего, какого-то немца украли, я так полагаю. Не знаю, у Гетта или у еще у кого-то. И вот мне кажется, что это интересно, ведь мы на самом деле, когда выступаем, и каждая наша работа — это некое выступление. Есть люди, до которых которые никогда не коснутся книги Гетта. Они про Фауста вообще не слышали. Но если мы считаем себя образованными людьми, и если мы в рамках этих дискуссий и семинаров от первого, второго что-то для себя взяли, и как бы что-то у нас как бы озарело, но как бы мы к чему-то вышли, да, и mm-hmm. что-то для себя поняли, или как-то будем это применять, скажем так. Я не буду осуждать никого, просто применять. То мне кажется, это интересно, потому что все то, что ценное, мы можем через рекламу передать людям, не потребителям, а передать людям. И мне кажется, это интересно, нет? Что у нас там со временем? Совесть начинает нервничать. У меня есть еще одна цитата из тебя. Когда моя реклама застает людей врасплох, я понимаю, что мне удалось украсть чуточку их времени. Я начал свою карьеру со стартапа, специализирующегося на партизанском маркетинге, и с тех пор верю, что нужно создавать рекламу, о которой люди сами писали бы и говорили, даже не подозревая, что вся история была кем-то проплачена. Гатис, если ты действительно делаешь рекламу, которая призывает к добру, зачем людям не знать о том, что она кем-то проплачена? Зачем ты пытаешься обмануть людей? А тут хороший вопрос, да. Откуда ты его взял? Там два момента. Первый момент, не погружаясь как бы в личный рассказ о себе и как бы не перелистая автобиографию, я начал заниматься рекламой, потому что в тех обстоятельствах, в которых я жил и вырос, и я всегда буду благодарен своим родителям за то, что они мне дали, у меня не было другого способа, как спонсировать то, чем я хотел заниматься. Мне нужны были деньги для того, чтобы вот ту мысль, которая у меня есть, чтобы находить для нее, как бы, мне нужен был бюджет для того, чтобы это сделать. Я был недостаточно смелым, скажем так, чтобы быть этим художником, да, который или писатель, который в запое, да, у которого этот долг в баре. Это очень привлекательно. Я уверен, что это на самом деле, я знаю таких людей, это прекрасный магнит как бы для там, любовных афер и романов. Это прекрасно. Но как бы выстроить такую долгосрочную, адекватную жизнь, и адекватная для каждого, как бы это относительное, да, но нужно как бы это каким-то образом спонсировать, нужно находить для этого деньги. И вот я начал этим заниматься, и мне начало получаться. А почему получалось? Потому что я на самом деле никогда в жизни... Я вот смотрел, сейчас недавно вышел топ-20 лучших реклам Латвии за последние там сколько лет. И я смотрю, там классические рекламы. Я не нашел там свои... я даже не искал там свои работы, потому что их там нету. Потому что я никогда не соревновался среди роликов. Потому что мне кажется, что вот мое восприятие рекламы, оно другое. И я думаю, что я могу себе позволить получить не то чтобы разрешение. Forgiveness — это как? Прощение. Прощение, спасибо. Ты сейчас не отвечаешь на мой вопрос вообще. Я сейчас выйду на него. И вот я хочу получить, или я считаю, что легче получить прощение. Мне непонятно. Чем разрешение. Угу. И вот здесь, в этот момент, как? Если я буду говорить, что это реклама,
то я сразу попаду в тот блок, где вся остальная реклама. И вот где все талантливые другие люди, которые этим занимаются, и из работ которых создаются вот такие топ-20. Ну, что а делать? Я не хочу туда попасть, потому что как только для человека, потому что у человека испорченное восприятие рекламы. Мы это знаем. Интересно, кто его испортил? Ну, мы, конечно. Мы сами это испортили. И я не буду начинать этот разговор. Мы клиент, мы на самом деле способны, клиент и так далее. Ну, это отдельный разговор. Ну, ты понимаешь, как это выглядит со стороны. Есть какая-то поляна, она уже загажена, и теперь вы пытаетесь, значит, куда-то в бок уйти, там вроде еще чисто, и там что-то сделать. И теперь партизанский маркетинг тоже ругательное слово, и, ну, как бы и так далее. А оно ругательное слово только тогда, когда оно не имеет смысла, когда оно не оправдано. Когда тебе забрасывают, когда у тебя мусор в почтовом ящике, тебе, ну, как бы, вот тебе такой direct marketing вообще не нужен. А когда для тебя находят нечто, что как бы важно именно тебе, когда с тобой разыгрывают, например, ту же скрытую камеру, я сейчас не говорю про американские примеры, которые, мне кажется, ну, американцы вообще любят преувеличивать все. Ну да. Да, как бы очень преувеличивать. То, приведу такой пример. Помните push button to add drama? Mm-hmm, да. Вот мне кажется, это хороший пример. Клевый, он бы сработал, если бы мы сказали, короче, там за углом, там будет кнопка, но это не реклама. Или это реклама, но нажми на нее. И потом посмотрим, что с этим, ну, что произойдет, что с этим будет. Ну, есть разница между сюрпризом и непрерывным таким задалбыванием, когда это уже... Ну, правда, мне кажется, знаю, большинство... Но большинство можно вывести, это можно вывести партизанского обратно... Партизанский маркетинг не вызывает такого вау. А чем? А партизанский маркетинг ничем не отличается от обычной рекламы. Есть хорошая реклама и плохая. И мы много уже, ну, в течение часа обсуждаем разные водные, почему она такая и как на нее повлиять. А партизанский маркетинг, он ничем не отличается. Ты говоришь, это поляна, а там некие какие-то, ну, другие места. Нет, это одна и та же поляна. Ну, это просто другой сектор этой поляны. Отличие в ожиданиях. В одном случае клиент ожидает, что он увидит рекламу, но если ты включаешь телевизор, ты как бы понимаешь, что, ну, это такой контракт. Ты его не подписывал, но такой контракт, что тоже ты смотришь шоу, его прерывают тоже рекламой. Тоже не всегда, потому что ты можешь смотреть нечто, что ты даже не подозреваешь, что является контентом, за который заплатили. Тебе просто нужно больше извиняться во втором случае, потому что ты без разрешения, совсем уж без разрешения. Да, но и я... это значит, что стандарты еще выше. Хорошо, но очень, очень просто и легко сказать, что я это делаю для того, чтобы обмануть человека. Это ведь не так, потому что важна цель, цель, с которой я это делаю. Хорошо. Я обманываю этого человека для того, чтобы вовлечь его в нечто, чего я сам считаю стоящим. А если он так не посчитает, то он будет ругаться, и я попаду в тот же, как бы, в тот же круг ада, где вот все эти люди, которые у меня в подъезде клеят вот все в подряд, в том числе и на дверях. Я на самом деле в какой-то момент думал, что так же, как в этом корейском фильме «Ким Ки-дука», помните фильм, я не знаю, как на английском называется, на русском называется «Three Iron». Это про парня, который... Все наоборот. Который, да, все, неправильно сказал. Который вламывается, ну, как бы, вторгается, взламывает. Взламывает. Все хорошие Хорошо, слова. Спасибо. Взламывает двери чужих ну, людей, проникает в эти квартиры и там живет. И причина, почему он знает, что там никого нету, потому что он как бы клеит вот эту листовку. И та, которая через там, не знаю, там, через, если через неделю никто не отзывается, и если она все еще там висит, то с большой вероятностью как бы, ну, человека нету. Вот, он или он там уехал, или что-то еще. Ну ладно, это как бы отступление. Но ты понимаешь, что тебе нужно быть таким парнем, который вламывается, потом убирается в квартире, и даже ремонт там делает, и да, уходит. Да, и возвращаемся к тесту на полиграф. И не погружаясь в то, что да, мы все знаем, мы все грамотные, читали Википедию или, по крайней мере, слышали и обсуждали или в фильмах, или в Discovery смотрели, что детектор лжи, он не работает так просто, типа прав, не прав. Но поверьте, мы учли все необходимое, это делали профессиональные люди, мы занимались этим 3 часа. И я там отвечал... Мы занимались этим 3 часа. Вот, и я, да, пока получили такие ответы, которые нам подходят. Так вот. Мне там задали вопрос, считаю ли я, что у меня есть право вторгаться в личное пространство. Mm-hmm.
И я сказал нет. И вот с большой вероятностью мое утверждение является правдивым. Потому что я не считаю, что я должен. Ну, что я имею такое право. Но ты это делаешь. Но я это делаю. Но я это не делаю, потому что, там еще нет рекламы, давайте еще чуть-чуть больше рекламы туда. Слушай, а что происходит, когда, какова твоя ответственность? Вот ты вторгся, а ремонт там сделать как-то не получилось почему-то. Не всегда же получается. А это это очень красивая характеристика работы в рекламе. Потому что ты, вроде ответственно, отвечаешь за все, но в конце дня это не твои деньги. Худшее, что с тобой может... Смотри, я не про клиентов сейчас говорю. Я сейчас говорю про потребителей. Я говорю про ответственность, потому что ты делаешь рекламу. Если говорить, там есть разные виды ответственности, да? Но один из этих видов – это финансовая ответственность. И вот в рекламе я считаю, что мы мошенники, потому что мы на самом деле, мы вроде рискуем и говорим, я понимаю, чем мы рискуем и так далее. Да ничего не понимаю на самом деле. Когда я посчитал, сколько денег клиент вкладывает в покупку меди на 30 стран, только тогда я себе, я воображаю себе потенциальный убыток, который может получиться, если эта реклама не сработает. Ну ладно, забудем про деньги. А если говорить про ответственность, это огромный фейл, с которым трудно жить. У меня были случаи, когда я провалил рекламы, в рамках которых я вторгался в личное пространство людей, и это не было оправдано. И я не получил на это ни разрешение, ни, как это называется, forgiveness, прощение. Да. В лучшем случае я могу получить помилование, чтобы мне еще раз дали возможность перед этими людьми выступить. Так что, конечно, фейлов очень много. А есть ли какой-то механизм получения этого прощения? Просто мне интересно, что ты делаешь, когда ты понимаешь, что, есть какой-то баланс, да, ты там скорее добро делаешь или скорее зло, и там, в какой-то момент ты понимаешь, что оно заваливается не в ту сторону, в которую тебе хотелось. Что ты начинаешь делать тогда? На самом деле я не отвечу на этот вопрос. Ты, может быть, слышал, в Японии там есть такая традиция, что если продукт компании не работает по каким-то причинам. Харакири делают? Нет. Была такая история, что несколько человек отравились какими-то молочными продуктами, и генеральный директор, и все топ-менеджеры компании ходили под двери к двери своим потребителям и лично извинялись за то, что продукт не работает. Что вот если бы нам... Очень хороший пример, потому что у меня есть такое опасение, что в данной ситуации нам еще очень долгий путь впереди, для того, чтобы достигнуть момента, когда кто-то поверит, что я, как креативный директор, который пришел к потребителю, человеку, пришел к нему для того, чтобы извиниться, мне искренне поверит. И вот этого я хотел бы добиться. Потому что я могу, мне будет нетрудно обойти всех людей, я готов посвятить этому 10 лет своей жизни, если я поверю, что я на самом деле сделал огромнейшую ошибку. Главное, чтобы мне чтобы отрасль не бросала на меня такую тень, что мне моей искренней личности и моему желанию получить это помилование поверить. Вот такое дело.